Накануне глава города Марина Трескова в прямом эфире отвечала на вопросы лабытнанцев. Трансляция велась кроме нашего канала в Инстаграм, ВКонтакте и на портале YouTube. В сети интернет к эфиру присоединилось более 400 лабытнанцев. В адрес главы во время прямого эфира поступило порядка 200 комментариев. 17 звонков принято от зрителей по телефону прямой линии. Лабытнанцев в частности интересовали темы обеспечения города чистой водой, переселения из аварийного жилья, модернизации уличной дорожной сети, строительства гаражей, установки теплых остановочных павильонов и стоимости проезда в общественном транспорте. Марина Трескова поблагодарила всех, обратившихся за активность и неравнодушие к проблемам города. Все заданные жителями города вопросы, на которые глава не успел ответить в рамках прямого эфира, зафиксированы. На них обязательно будут подготовлены ответы.